Больше 9 месяцев сражений, авиаударов, городских боев, артиллерийских дуэлей. Все это на 900-километровой линии фронта. Погибли тысячи людей. Но сколько точно тысяч, неизвестно. В сентябре Минобороны РФ заявила, что Россия потеряла убитыми чуть менее 6 тысяч военнослужащих. По оценке американских аналитиков, потери убитыми и ранеными составляют порядка 100 тысяч. В офисе президента Украины недавно сообщили, что в войне погибло до 13 тысяч бойцов ВСУ. Но в США считают, что число погибших и раненых украинцев тоже порядка 100 тысяч. Для своих подсчетов США используют различные методы, включая изучение спутниковых снимков и информацию из социальных сетей. Когда недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в войне погибло 100 тысяч украинских военнослужащих, Киев отреагировал раздраженно и указал на то, что это закрытая информация, и правительство обнародует данные, когда придет время. Позже в Еврокомиссии объяснили, что цифра 100 тысяч включала также раненых. Медиазона и BBC сообщают, что они смогли подтвердить по открытым источникам смерть 9504 военных РФ, это без учета пропавших без вести. Число погибших среди мирного населения Украины – еще один большой вопрос. Последние статистические данные ООН – около 7 тысяч погибших гражданских лиц. Среди них 424 ребенка. Но реальные цифры могут быть гораздо выше. На многих оккупированных Россией территориях, как, например, в Мариуполе, где спутники фиксируют наличие массовых захоронений, могут быть еще десятки тысяч жертв. Международных наблюдателей в эти регионы Россия не пускает. Кремль число жертв среди мирного населения в Украине вообще не комментирует.